какая красивая. Это прошлая ямка у нас выкопанная. В прошлом году, хотел сказать. Позавчера я ее выкопал здесь. А она мне что-то не поддается. Грунт что-то мне показался тяжелым. И я сейчас буду дальше бить. Сейчас штаны подтяну. Начали спадывать. Это хорошо. Это все мои конфеты. Фух, улетят. А что это? Я, наверное, разденусь. Что мне жарко стало. Подвешиваю. Пойди щепу. Не насобираю. Проколол что-то. Похоже. На уголок похоже. Фу, гадина. Сейчас покажу. Вот. Из-за этой бяки я там ползал. 27 сантиметров где-то. Ну, 30 может быть. Одна, две, ну 40, полметра, короче, грубо если считать, прострелил аппарат. Там еще что-то есть. Ну это походу кирпич. А нет. Ну кирпич это. Звоню, помощь друга нужна. Помощь зала не поможет. Ну все, копать надо. Я знаю даже, что это такое. Это опять стремянка. Копать буду. И не говорите, что мне делать. И я не скажу, куда вам идти. Хорошо? Так. А это что рядышком? Вот это все понятно. Интересно, сколько времени у меня уйдет?
на это безобразие. 13,05. Вот из-за этого килограмма, даже килограмма нет. Столько времени угрохал. Вот за эти я квадратики говорил. Сюда винт, болт этот длинный, эту гаечку, а это не знаю что. Ну все, победил. Ну вот полчаса. Ну вот мой результат за сегодняшний час где-то. Ну может чуть побольше часа. Значит, килограмм 40. Пойдем дальше искать. Нахожусь я в таком местечке. Тут черемахи, не черемахи. Но это яблочки расцвели здесь. Яблоньки расцвели, птички поют. Вот черемуха. Тут черемуха. Тут хорошо. Вот мой агрегат, который помогает мне. Это мой шансовый инструмент. Лопатчонка такая. А это такая импровизированная у меня пика. Самодельная. Кто сделал, не знаю. Ну, маленько, но помогает. Вот такие делишки здесь у нас. Ищем дальше. Вот она, скоба. И как ее? Тремя. Пусты с меня сняли очки. Вот три штуки откопал. Они еще и разные. Твою мать, а я ее не вижу. Вот сколько я накопал с этого места. А тут у меня клубничка расцвела. Вон сколько. Пойду на речку. Зайду, порубаю. Кстати, тут в кустах еще иван-чай растет. Он даже отсюда его вижу. Но кто знает, тот поймет. Вон кустик торчит. Ну здесь вот так вот. Вон там дома за речкой. А тут вот такие вот горы мусора. И вот мы здесь уроем. Вот такие здесь кушара. Что, поперли, Даша? Дальше поперли. Все, пить надо. Метла прилипает к небу. Ну что, ребят, демократы? Продолжаю я раскопки. Раскопки идут успешно. С одним только плохо. Здесь вот все под корнями. Лопата почти не берет. Все, корни, караул. Одно спасает, что все сверху. Вот мой. Прикидывайте, это я вот тут весь день сегодня колупаюсь. Вот только из-за того, что корней много, я много тут времени убил. А так все хорошо. Вот они.
такие вот плюшки вылазят. О, килограмм 5, не меньше. Одна. А может и больше, вот такая вот. Что это такое, я даже не знаю. И вот такая вот бяка. И вот такая бяка. И тут вот. Это вот мелочь, всю я вот весь участок вот этот собрал. Вот этот, вот до сюда, вот до сюда. А вот это все. А вот это все. Это я вот на этом участке, на одном. Все, колупаюсь. Тяжело, не спорю. Но надо. Надо. К пенсии надо маленечко заработать. Сейчас друган приедет, привезет мне водички. Попросил я его, чтобы он вилы привез и ломик, лопатой караул. Ну все. Че, посмотрим сейчас, что будет получаться. Так. Дай мне камеру примастерячить. Примастерячку я ее вот сюда вот. Что, пробуем? Все же пикало здесь. Проволока. Ну, без этих косяков тоже никуда. О, что-то зашкрябало. Вот они. Вот эти корешки маленькие, но они это хорошие. Не то. Фальки. О. Опять эти. Вот такая. Килограмма 2. Даже бросить некуда, он везде пищит. Все. Надо перепроверить. Ядреная. Выкопал. Куда-то выкинул. Где-то здесь. Вот она, гадюка. Вот из-за этой бякушки весь сыр-бор. Вот он здесь растет. Вот так он растет, кто не знает. Это Иван-чай. Здесь клубника или земляника. Скорее всего, крупная ягода будет. Виктория. Вчера я вот тут копал потихонечку. Так, пойти проверить, там у меня металлолом лежит же. А то в большой семье не щелкать надо. Ну, кучка на месте. Вот она.